Всем привет, с вами Супер Стас, и сегодня я решил попробовать детское питание, чем кормят наших детей, если вкусно и если невкусно. И я позвал Милану Хаметову, она шарит точно в детском питании, потому что она пупсик. Так что хватит болтать, погнали жрать. Нет! Ты говоришь, что ты фиксиков не смотрел? Боже. Я боюсь. На кошачью еду похоже. Конечно, детям вам везет. А что у нас в детстве было? Ну что, ребят, вы просили, я позвал Милана, уже такая звездочка, зирочка, что я еле впихнулся в ее график между там Киркоровым и каким-нибудь там Евровидением детским. Мы сначала с тобой откупырим шикарнейший одногодичный шампусик детский Маша Медведя. Маша Медведя. Ох, и заварила я кашу. Все, что я пью на Новый год. Маша и Медведя. Маша и Медведя. Давай. Я давай. Да нет, я. Нет, я. Да ты убьешь, блин. Нет. Давай, 3, 2, 1. Фу. Стас. Ну, немножко обгидились. Ты чё? Вот это алкашня даже с пола будет слить. Да? Давай, за сегодняшний выпуск. Новый СДР. Милан СДР. Так, ну что, Милан, с чего начнем? С Агуш. Нет, с чуда. Давай, чудо возьму. Вот таких два чуда. Сейчас. Честно, мне нравится. Четыре. О, да. Два разных вкуса. Барбоскины. Ты знаешь, что такие это? Барбоскины. Какие барбоскины? Барбоскины? Это кто такие? Барбоскины? Это мультик. Ты чё? Смотрел? Спасибо. А я думал триллер. Ты не смотрел? Нет, вообще не смотрел. Я не смотрел ни Свинка Пеппа, ни Маши Медведи. Только не говори, что ты фиксиков не смотрел. Смотрел. А ты смотрела Оги и Кукарача? Конечно. Да. Кот пес, кит пес. Вышла сама. И вошла нормально. Вот он, невідомо коли, на світі з'явився цей малий. І схоже він був на кота і на пса. Усі дивувались, усі посміхались. Кіт пес. Ребят, жду вас в коментарі, хто, у кого слезинка потекла. Пора начинать план скам. Давай, що пробуємо? План скам. Я хочу... Чудо детки, ти видела написано? Да. Ти детка. Спасибо. Ой, как приятно. А ты кого хочешь? Тут точно не барбоскин. Я стейк хочу. Есть барбоскины со стейком? А с чего начнем? С Лизы? Да. Бедная Лиза. Подлиза. Мали. Очень вкусно. Вау. Кстати, да. А ты пробовал уже? Да. Я, конечно, клубнику чувствую, чувствую малину. И вообще. Конечно, детям вам везет. А что у нас в детстве было? А что у нас в детстве было? Кирпичи. Мел. Кирпичи. У нас было рябина, каштаны. Рябина. Все, я все выпила. Сухая сладкая мелина. Я все выпила. Шипучку много. Я не могу этот выпуск. У меня просто крыша уже едет. Ну что, да. Лизе, какую оценку Лизе ставим? Лизе 100 миллиардов тысяч из... Ну, я поставлю 6 из 10. Неплохо, но не дотянуто. Но есть у нас роза и дружок. Дружок. Давай попробуем. Здесь пломбир малиново-черничный. Это вкуснее. Извините, но я теперь прихожу на чудо-детки. Малиново-черничный пломбир. Это невероятно. 11 из 10. Как-то на стриме я рассказываю историю, что я сэкономил на столе. Я думаю, ну типа, стол за 8 тысяч, наверное, он должен быть хороший. Думаю, сэкономлю. И смотрите, что приехало.
Это просто невозможно. Ребята, вы просто посмотрите. И прямо на стриме ребята из DX Racing написали: «Стас, выбирай любой стол, и мы тебя пришлем». Ну, я, конечно же, согласился, выбрал стол, он уже приехал, и я сейчас вам покажу. И как минимум дам совет. Вот такой вот стол мне приехал, вы просто посмотрите. Я даже маленьким кажусь на фоне этого стола. Ребят, одно скажу. Вы просто посмотрите, он невероятно крепкий, и никогда не экономьте на столе. Это мой опыт, вы видели. Я зря потратил 8000. Ребят, по ссылке в описании переходите, заказывайте по моему промокоду 10% скидка, делайте себе новогодние подарки и кайфуйте. Я вот кайфую просто. Детское питание цыпленок. Ну, ребенок явно доволен такой. Как будто он отрыгивает. Опа, нифига. Ну как сказать, на кошачью еду похожие. Если вы смотрите до 2 годиков мой канал, я вам сочувствую. И чтобы вы быстрее попробовали у Цезаря в ресторане. Это мозги, это мозги. А это для 6 месяцев вообще-то. У меня же, кажется, такого у меня не было, у нас в детстве такого не было. Мама пережевывала еду, сплевывала. С воронами то хлебушек принесет. Давай. Давай. Вкусненько. А можно было холи добавить? А я думаю, что дети такие растут. Что поколение потеряно? Боже, оно же невкусно. Понимаю, почему, когда смотришь ролик, они такие... А они цыпленком срыгивают. Давай, убираем это подальше. 2 из 10. Для взрослых людей это несъедобно. Но если вы это пробовали, 6-месячные дети, расскажите в комментариях. Я вам сочувствую. Так, это органик пюре. У нас есть яблоко и яблоко, бульбери и расперберис. Малина и черника. Смотри, это уже 6 месяцев, значит, должно быть нормально. До не очень, 6+. 6+. Давай с яблока начнем. В смысле? Не, я лучше вот это попробую. А мне зашло. А тебе не нравится? Не, я не люблю яблоко. Ну давай попробуем apple, blueberry и raspberry. Да, вообще. Нет, все, фу. Яблоко вкуснее, чем raspberry. А если бы мне такое давали в детстве бы, я был бы, наверное, не против бы. Что, ты будешь это покупать? Нет. Не будешь? Нет. Так, ну что, не будет пока фрикаделек, оставим наконец. Это Тёма. Тёма. Цыпленок с кроликом. Так, не, ну это получше выглядит. И вкуснее пахнет. Да, да. Это не выглядит, ну, выглядит как паштет. А. Боже, кто-нибудь закажите сюда KFC срочно. Оно такое как-то... Порошковое. Да, во-во-во. Подожди, а есть соль? Вот ради интереса, подожди. Иди поищи. Дай мне, давай я попробую, дай. Лучше. А, если вы смотрите, 6-месячные дети, не повторяйте, это выполнено профессионалами. Все, соль решила. Ребят, производитель детского питания. Вы вам что, соль показать делишь? Без соли ноль, солью, но где-то 6 из 10 можно есть. Да. Только тогда это уже будет не детское питание. Творог Агуша, новинка, 6 месяцев. Жирки, 4 грамма. Жирки это называю, когда я с утра в зеркало смотрю на животик. Жирки, как вы поживаете? Ой, ну как-то вот эти вот штучки, что это? Не, вообще бомба. Вот творог Агуша, конечно, пушка, да? Так, ну что, мы переходим к экстремальным условиям. 4 плюс месяц. 4 плюс месяц это будет. Первый прикорм называется. Блин. Боже мой. Первый прикорм. Мам, если у меня был такой первый прикорм, я вернусь за тобой. Ну давай, Милан. На самом деле я какое-то время любила брокколи. Нет, нет, дай ложку. Боже. Я боюсь. Дети также 4 месяца пишут. Вот, очень много. Не, давай нормально. Давай ложку.
За маму. За 1000. За 1000. Четырехмесячному. Давай за маму. Нет, давай за 1000. Если вы не поставите лайк, эта еда нам всю вашу жизнь будет. Поняли? Давай вместе с тобой, давай вместе. Я еще ложечку с тобой. Ладно, давай. Давай. Вот, смотри. Давай. Раз, два, три. Ты не ела. Я коснулась. Да, с камерой. Фу, что-то я как бы не хочу возвращаться в детство. Жмыхнула. Вон, Сане нравится, он сегодня будет это есть вечером. Перед тем, как попробовать Nestle детское питание, чернослив и синий мишка, мое первое пюре. Синий мишка. И я хочу сказать, если поставите 70 тысяч лайков, то мы поедем в кафе детское, где будем пробовать детское меню. Уже для таких взрослых бутузов. О, ядреная, мадреная. На вкус лучше, чем на запах. Жмыхнула. Чернослив самый невкусный из того, что мы пробовали. Невкусно. Яблочки, яблочко малина, вот эти первые чудо, вообще бомба. Nestle с их новинкой чернослив немножко отдыхает. Я говорю, очень странный выбор сделать из чернослива. Вот у нас теперь гербер с бананом. Это чисто банан. Не обзывайся. Что, банан тоже не очень? Не, ну почему? Я просто... Брокколи вспомнила. Во! Вот это ради этого мы собрались. Это вкусненько. Это знаешь, что это банан-яблоко? Нет, это просто банан. Не, банан-яблоко. Это банан. Они просто не сказали, что это яблоко. Они умолчали это, да? 7 из 10. А я прям 10 из 10. Я бы только даже домой себе взял бы, пару баночек поставил бы. И когда почувствовал себя ребеночком, открыл и понямкал. Как миленько. Так, ну что, у нас здесь от фрутоняня. Это у нас груша, яблоко. Это что у нас, пюрешка? Да. Пюре из груш и яблок. А это у нас яблоко, банан и творог. Это творог, короче. Погнали, давай, за тебя. Это... За любовь! За тебя! Вообще бомба. Не приторная, такая нежная, легенькая. Я бы, такие тоже, я бы тоже поставил такие дома себе бы. Это прям пушка. Ну, давай заедим фрутоняня творогом. Давай творог. Мы такие дети, бахнули пюрешечку и давай творожочек еще. Ничем не пахнет. Не, тот тоже был вкуснее. Да, тот был вкуснее. Этого не чувствуется вкус банана. Да и такой, конечно, какой-то не до творожочек. Белок. Не берем его? Нет. Кошачий добрым. Давай, по фрикадельке. По фрикадельке. В общем, я сделаю выводы. Я пришел к мнению, что все вот эта еда, которая съедобна, типа курица, не съедобна. Че, какие выводы сделаем с тобой? Что мне больше всего понравилось, это чудо и вот это вот то, что цыпленка с солью. И все. Наверное, и творожок. Еда не предназначена для взрослых. И вообще, я пришел к выводу, говорю, что ее оценивать как-то плохо нельзя, потому что это для деток. А все, что вот это сладенькое было, для взрослых подходит, дай боже. Я бы все всасывал нормально бы. Детское шампанское я люблю еще с детства. Это вкусненько, это пышный лимонад, но сделано под шампанское. Но я не люблю, потому что я не люблю газированное. Ну, попадем, детское меню есть. Конечно. 70 тысяч лайков, мы идем снимать. Подписывайтесь на Милану, там у нее активность, дай боже, больше, чем у меня. День расписан, как у звезды. Да? Ребят, с вами было приятно есть. Для себя я открыл много чего нового, если честно. А ловко ты это придумал. Потому что никогда не ел детское питание, а здесь прям в некоторых случаях вау, в некоторых случаях, ну, разочарование, но, наверное, оно объективно разочарование. С вами был Суперстас. Ну, что надо сказать? Милана Хаметова. Пока.